Кевин Спейси готов избавиться от сексуальной зависимости. Актер обратился в клинику, где с таким же диагнозом лечится сейчас скандально известный продюсер Харви Вайнштейн. Курс рассчитан на полтора месяца, стоимость его почти 55 тысяч долларов. Обвинения в сексуальных домогательствах посыпались на Спейси неделю назад. Тогда же он сделал камин-аут и признался в своей нетрадиционной ориентации. Скандал этот стоил актеру работы в сериале «Карточный домик», а фильм «Все деньги мира» с его участием сняли с показа на фестивале в Калифорнии.